19-20 августа 2017 года в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков в парке Борисовский каскадный парк. Борисовский каскадный парк. Подготовка идет интенсивно. Установлены палатки, монтируются аттракционы, очищается прибрежная зона. Видно, как работает этот на воде. Как она назвать-то, не знаю. Трава скошена. Вот монтаж каких-то аттракционов. Установлены другие палатки. Что там будут продавать, я не знаю. Смонтирована и установлена сцена, на которой будут выступать артисты до начала мероприятия. Осталось 2 дня. Сын планирует вести прямой репортаж 19 и 20 августа. Разместил информацию, как зайти к нему в Инстаграм, и те, кто желает посмотреть прямую трансляцию вот этого праздника. Подготовлены места для VIP-персон. Вот синие, вы можете наблюдать, это вот кресло. Ну, парк благоустроился. На противоположной стороне, со стороны Марина, видите шатры такие белые, палатки. Там будут размещаться вот участники, кто будет. Вот в этих местах будут запускать фейерверки. Вчера, кстати, ночью проверяли, тестировали систему, которая создала микро... Даже не знаю, как сказать. Из воды микро... частички, что ли, взвесь воды в воздухе, и на нее проецировалось изображение. Там горел огонь, пламя такое было. Это было очень красиво, очень необычно. В воздухе, без экрана, без ничего, просто прорисовывается какое-то изображение, какая-то картинка. Просто очень красиво. Напомню, да. Пуск до фестиваля осталось 2 дня. Уборщик продолжает собирать скошенные водоросли, камыш, очищает дно. Противоположная зона, противоположный берег со стороны Марина тоже благоустраивается. Выложены плиткой пешеходные тропинки такие, зоны. Идет строительство каких-то объектов. Убираются опоры высоковольтной линии электропередачи. Уже несколько столбов убрали, осталось еще немного.
Ну вот островки зелени на воде. Это вот то, что этот товарищ, как его назвать-то, очиститель береговой зоны скосил. Общем, работы идут и днем, и ночью. Надеюсь, ко дню фестиваля все будет выполнено.